Россия, исламский мир, Казань-форум. Главная площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Казанский университет – старейший университет России. Был образован в 1804 году. С начала создания университета уделялось большое внимание изучению таких восточных языков, как арабский, персидский, турецкий и иврит. В 1837 году в университете был открыт восточный разряд, предназначенный для развития востоковедения и подготовки специалистов со знанием восточных языков, а также восточной культуры. Казанский федеральный университет продолжает замечательные исторические традиции и активно взаимодействует со странами-членами Организации исламского сотрудничества в части научно-образовательного партнерства. С 20 странами ведется в этом направлении активная работа. Согласно базе данных Scopus, в период с 2017 по 2022 года сотрудники Казанского федерального университета совместно с коллегами из научно-образовательных центров государств-членов ОИС опубликовали 846 научных статей. В рамках 10-го международного экономического саммита «Россия. Исламский мир. Казань-саммит-2018» генеральный директор Организации исламского сотрудничества посетил КФУ. Многонациональный, разноконфессиональный, но при этом комфортный и толерантный психологический климат Татарстана вкупе с прекрасной научно-образовательной инфраструктурой притягивает все больше и больше молодых людей из других стран мира для получения качественного высшего образования. Старейший Казанский федеральный университет в России в этом смысле является одним из лидеров в стране по количеству иностранных студентов. Здесь обучается более 50 тысяч студентов, из которых около 11 тысяч – это иностранные студенты из более чем 100 стран мира. Надо отметить, что подавляющую часть иностранных студентов составляют граждане из стран-членов Организации исламского сотрудничества. Ислам для Татарстана всегда был неотъемлемой частью бытия. Научные исследования и изыскания ученых Казанского университета сыграли свою важную и заметную роль в развитии проектов, касающихся возрождения исламских ценностей. Прежде всего, речь идет о городе Болгар, ставшего объектом культурного наследия ЮНЕСКО и созданной здесь Болгарской исламской академией. Но не только научные исследования в исторической области ислама ведутся в университете. Разные образовательные программы по исламской тематике широко представлены в различных структурах КФУ. На кафедре религиоведения Института социально-философских наук КФУ на направлении теология идет обучение по темам государственно-конфессиональные отношения, исламская теология и актуальные вопросы исламской теологии. Основным драйвером в сотрудничестве со странами исламского мира в Казанском университете является Институт международных отношений. Здесь сразу несколько структур института плотно работают в этом направлении. Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования занимается проведением профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих в этноконфессиональной среде. Здесь же, в Институте международных отношений, обучают студентов по различным направлениям, связанным со странами исламского мира. Международный форум «Ислам в мультикультурном мире» является площадкой на базе Казанского университета, на протяжении уже 13 лет собирающей в тысячелетней Казани ведущих специалистов в своей области. С 2014 года в Казанском университете традиционно собираются ведущие российские и зарубежные эксперты в области исламского права и экономики. Здесь работает Международная зимняя школа «Современное исламское право и экономика России». Африка, как быстро развивающийся континент, не могла остаться вне зоны пристального внимания Казанского университета. С 2014 года в Казанском университете открыто направление африканистики в Институте международных отношений. Уже состоялось два выпуска четырех академических групп бакалавров с изучением языка суахили и африканс. В
2014 году в Казанский университет прибыла делегация дипломатического корпуса африканских стран. С участием послов стран Африки состоялась церемония открытия форума «Подготовка высококвалифицированных специалистов для африканских стран в КФУ». В 2022 году на базе Института международных отношений Казанского федерального университета состоялся международный научный форум «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». В работе форума приняли участие более 100 участников, представители органов государственной власти, ведущие ученые, эксперты и специалисты из России и зарубежья и из 8 стран – Йемен, Франция, Египет, Алжир, Марокко, Саудовская Аравия, Ирак, Таджикистан, Казахстан, Оман. В рамках форума организуется Международная олимпиада в области арабского языка, в которой участвуют все высшие учебные заведения Российской Федерации, Казахстана, Армении, Узбекистана и Туркменистана. Казанский университет – единственный в России, кто имеет свой телескоп за рубежом, в обсерватории в Турции, где ведет совместные астрономические исследования с турецкой стороной. Казанский университет в 2022 году открыл свой филиал в Республике Узбекистан, в городе Джизак. В апреле 2023 года в филиале было торжественно открыто медицинское направление со своим симуляционным центром. По сути, это успешный проект экспорта образовательных услуг Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет в продолжении своего тренда научно-образовательной экспансии планирует открыть свой филиал в 2023 году в столице Египта, в городе Каир. В последние годы активно развиваются взаимоотношения между университетами Ирана. В частности, в апреле 2023 года в Москве на 6-м форуме ректоров вузов Российской Федерации и Исламской Республики Иран ректор Казанского университета Ленар Сафин подписал соглашение о сотрудничестве с университетами Ирана. Современный исламский мир является одним из важнейших драйверов мировой политики, позицию и интересы которого вынуждены учитывать все наиболее значимые мировые политические центры. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин предложил в рамках Международного экономического форума «Россия и исламский мир. Казань-форум-2023» создать сетевой университет стран Организации исламского сотрудничества в целях повышения конкурентоспособности и устойчивости национальных научно-образовательных систем. Казанский федеральный университет приглашает участников 14-го Международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум-2023» и всех заинтересованных сторон к взаимовыгодному сотрудничеству.